Игорь! Игорь! Сетонами Игорь! Не спите, небось. Ой, не снимай меня ни в коем случае. Ну а как же, надо же все-таки... Давай, скорей, 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 сейчас кот выбежит. У тебя кот есть? У меня маленькая кошечка же тебе есть. Смотри, моя. Блин, сука, снег это. Его зовут Пума. Пума. Так он, может быть, укусит меня? Ну, врём. Пума. Такая здоровая сволочь. Моя маленькая, моя чудная. Ну, зачем тебе кошка, я не понимаю. Потому что мне иногда грустно. Мне иногда бывает грустно, поэтому у меня есть маленькая кошка. Ну, кошка, это же не собака. Тебе надо что-то такое особенное. Или же собаку завести, или же, например, цветочки какие-нибудь. Цветочки я посадила 25 тюльпанчиков. Серьезно, да? Молодец. Я смотрю, у тебя картины новые появились. Ты обклеила все, так сказать, помещение. Что ты болтаешь там, а сам, тем не менее, там втихомолочку что-то такое. А машинка вертится называется, а как же? Да? А как же? Я же не для того, чтобы пришел просто так, с какими-то намерениями, а пришел для того, чтобы снять кошечку. Я снял Лимонова тоже заодно, думаю, ну что же, вы же на одной пленке уместитесь. Лимонов мне сказал, он говорит, я иду, говорит, к дому. Он говорит, у меня, говорит, было договорено. А кто у тебя был тут, кто тут у тебя был, с кем ты ел здесь? Ой, да это вчера еще, я просто очень поздно пришла, мне не было настроения. Желание. Заниматься кухней. Да, ой, я, к сожалению, черт побери, я проспала. Мне надо было сегодня побежать идти к ветеринару с кошкой. А зачем тебе? Он только до половины первой работает. Ну все. Потому что он плохо себя чувствует. Тебе кошку нельзя, это очень плохо для здоровья. Она тебя, он, видишь, оцарапала тебя. Да, представляешь себе, вчера он меня оцарапал. Да так, слушай. Ну ты осторожно, а то может так в глазик заехать. Ну что ты издеваешься надо мной, ладно. Ну как же, ладно, ну это самое опасное животное, надо же все-таки соблюдать так. Поэтому его зовут Пума. Пума, ну ты хотя бы какого-нибудь безопасного зверька бы нашла бы. А то ты находишь, это же беспризорный кот, я же вижу. Конечно, все. Он же выйдет, ему до лампочки, ну видишь, он... Ну, вот он вчера, вот он поправился, и ему, видишь, такую травку принесла. Ну, да. Тебе не надо и кошку он, заводить, да, тебе он, надо он, птичку, понимаешь? Да ладно птичку, я сама как птичка. Ну а это самое... А где мои сигареты? А где они, действительно? Где они, действительно, у тебя? А ты видела Лимонова недавно? Шляпка. Модно, да. Ты просто, это... Да, я его видела, так он мне говорит, я говорит, был, договорился с Игорем встретиться. Угу. И, а куда ты, говорит, пошел? В магазин, что ли? Угу. Говорит, ну иду домой, но еще рано, говорит, ему идти, говорит. Иду, говорит, домой, и, говорит, вдруг вижу, что такое? Какой-то человек стоит с какой-то машиной. И снимает. А что за нормально? Знаешь, дело в том, что... Дело в том, что действительно очень полезная штука. Ой! Ну а как с работой? Ты видишь, как он кушает эту травку? Ты посмотри. Да этот кот этот какая... вредный, я же вижу. Ты посмотри, как он эту травку ест. Вот это самое главное, значит, было. Вот почему он себя плохо чувствовал. Как он к этой травке теперь? Прям он не отходит от нее. Ерунда. Что ерунда? Ничего не ерунда, хочешь чаю? Да че я бы не отказался? Вот тут на свидание было. Свидание не пропустили, задинамили. Обалдеть можно, понимаешь? Вот как с людьми договариваться? Да, вот как вот и верь людям после этого. Да, 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 да. Это как в фильме в советском. Вот и верь людям после этого. А все остается людям. Вот такой, знаешь, фильм был какого?
Но ты все в том же месте вкалываешь. Блять, ну как же он меня вчера... Это у тебя он увеличенная фотография его? Да, это он, да. Да? Это он в будущем. Страшно. А правда хорошо так? Это он в будущем. Вот, смотри, какой. Вообще, конечно, немножечко примитивный такой, типа, там боится. Его надо об стенку трахнуть раза два, чтобы так, для так сказать, для проформы. Я же вижу, что он же эти сволочь поганые, ну, все бы только пожрать бы, свистнуть. Он, наверное, по тарелкам у тебя лазит. Что он по тарелкам лазит? Он бедненький котик вообще. Что бедненький котик? Да его бы надо вообще подвесить кверх ногами. Ой, какая гадина! Ты вообще живодёр! Живодёр. Ты самая. Я их так об стеночку раз-два. И шучу, конечно. Иногда бывало, конечно, когда попадется какая-нибудь тварь. Они меня кусали, я их... Кусали, а я их тоже. Я их тоже, Гарь. Она меня кусь, и я ее кусь. Один раз я помню, был маленький, ну сколько лет, наверное, было 7, наверное, и не что-то в этом духе. Как сейчас помню. Кот у нас во дворе там, какой-то. И там были разные котята, там черт знает что. И это молодой такой. Мне как оцарапало, я думаю, я сейчас тебе сволочи там, ты меня сейчас оцарапаешь. Я его подвел там и подвесил прямо, это самое, повесил его на вороте на церковный. Как повесил? Ну, как за голову повешение завершил ему. Чтобы он уже не царапался. Это было, сейчас скажу, на какой же это церковь была? На Лиговском проспекте, знаешь, не на Лиговском, а, да, на Лиговском проспекте, не, на Лиговской улице. Ты повесил кота? Ну, ты знаешь, около моста каменного, каменный мост, знаешь, в Ленинграде? Там это самое. Какой живодер. Пумочка, беги скорее, убегай, он сейчас тебя повесит. Я уже вышел из этого, так сказать. Момент. А так чего? Подожди, слушай, ну хватит тебе снимать, дай пописать человеку. Ну я писай. Thank you.
А что-то у тебя какой-то список странный там. И музыканты. Игорь Третьяков. Шестопалов. Ну, это не знаю. А вот у меня даже есть Игорь Рыжий тут. Да? А что это такое? А это адресная книжка типа. Смотри, мне дали какую корзиночку. Для котик. А ты брось, это котики надо выкинуть вместе с этой корзиночкой. Ну слушай, что ты такой живодер? Ты чего? Они сволочи кусаются. Он, посмотри, он же ведь опасно живет. Ну чего он опасный? Ага. Он тебя он по глазику как съехал. Потому я бы его вот так бы съехал. Он был больной вчера, обидно. Ну, они не больные, они здоровые кусают. Нет, он когда здоровенький, он любит. Да, он любит. Он, смотри, как он боится, он убежал. Да, я бы его сейчас был точно, если бы он у меня бы так прицел, я бы ему в показал, Кузькину мать. Давай мы посадим тебя в корзиночку. Помочка, и будешь сидеть в корзиночке. И спустим мы тебя вниз, с пятого этажа, вместе с этой корзинкой. Ой, Игорь, у меня все, кто ко мне приходит, ой, у тебя такая испанская шляпа. Кайфовый, да? 56. А тебе может... Ты мне нужен сделать... Что? Вот что. Ой, блядь, это вот не все. Ну, так я тебе на том месте бы его шарахнул бы об стеночку бы раза два, чтобы он прекратил свои хулиганские действия, направленные против, так сказать, дома и семейного быта. Давай, кончай эти съемки, блядь. А что? Ну что, это неинтересно. Ну, а мне интересно. Мало ли, что тебе неинтересно. У тебя же ведь нет уже ведь широкого кругообзора. Главное, чтобы иметь кругозор. А у тебя кругозор ограниченный сейчас очень кошкой. Чтобы избегнуть этот момент кошечный. Кошечки, надо кошечку избавиться. Ну слушай, ты еще мне... Конечно, я тебе говорю самому натуральному. Слушай, да, это самое, избавь меня от кошечки. Давай, все, кто ко мне приходит, все мне это самое, делают портрет. Вон, видишь, у меня уже галерея такая. А кто к тебе приходит? Вот, Фабиан, Лимонов, Филипп, Нина. А что за Нина? Уехала в Нью-Йорк. Ну, какая-то странная баба, да? Опасно одеваться. Я бы на том месте рукой побоялся бы меня. Зачему? Тоже кусаются, опасные. Не кусаются. Он знает, как он смотрит в коленку. Как он меня поцарапал, блядь, такая. А я тебе скажу, он тебе испортил фасад. Я бы на том месте, я бы ему испортил бы жизнь. Не только фасад, но и жизнь. Я его простила, потому что он был болен. О, простила. А в следующий раз он тебе по глазику как тяпнет, и ты будешь его прощать тоже. И тогда тебе действительно будет фигово. Ты представляешь, если бы он тебе еще бы так 2 сантиметра был? Ты что, смеешься? Молодая девушка без глаза. Чего ты должна быть без глаза? Не дай, не сделает он мне так. А как же не сделает? Еще как сделает? Он, смотри, он тебя носу по носу, а ты придешь как-нибудь ночью и лягешь на него случайно? Лягешь, ляжешь. Я говорю, лягешь. Опять меня учит. Потому что ты совершенно не понимаешь, что кошки это не для тебя. Почему это не для меня? Тебе надо птичку, и чтобы она тебя не тоже не била там. Она пела мне. Утром, да. Вот. Ну да, а так ты с этими кошками, собачками, это все надо выводить, это грязь кругом. Грязь. Ну что, кошки это грязь. Грязь. Во-первых, начнем с того, что надо их всегда вытаскивать их не, так сказать, произведение на улицу. Произведение. Кошмар.
где же тут орел? Где? Ну ты осторожно, ты, у тебя все ноги, я смотрю, ты. Да, у меня все побито, видишь, я такая. Ну, ты, я ты, как раненый. Ты как раненый этот самый. Я как с фронта. Ну, я пришла с фронта. Ну а что же ты так все время беречь надо себе? Никто а так. Не бережет. Ну, бережет, бережет, а надо все-таки осторожно ходить по улице. А ты так можешь без ног остаться. Я не смогу больше ходить. Конечно. Это осторожно. Я тебя не учу, но я так тебе говорю. Потому что ноги очень важны. Потому что если нету, это как голова. Если нету головы. Вижу там. Помню, конечно. Слушай, да что ты говоришь? А как ты себя моешь? Я мою ванну себе. Она прямо на улице. Прямо посреди двора, да? Слушай, ну что ты издеваешься? Он даже застеснялся, спрятался. Фу, какой ты ужасный. Застеснялся. И она, эта кошка застеснялась, она тебе застесняет, она заедет тебе лапой. Ну ладно, слушай, Игорь. Я бы на том месте бы действительно бы осторожно бы с ним. Я с ним очень осторожна. А что у тебя там какая-то беленькая штучка болтается все время? Советская кассета, и на нее наверх записана вот эта вот запись. Все, что советское, самое отличное. Ну да. Ты знаешь, что там сейчас разрешена частная собственность? Ну, да. Там сейчас будут грузины вовсю заколачивать обувь. Продавать цветочки как-то. У меня есть теперь, я посадил 25 пальчик. Игорь, тебе не надоело, а? Хоть бы, это же некрасиво то, что ты делаешь. Как некрасиво. Это кто тебе? Изуродовал, да? Ну, действительно. Кто это тебе там? Ты надо осторожно, потому что ты тебе по этим. Ну это еще вот туда-сюда интересно говорил. Ленинград, Ленинград. А это где ты снимал? Да Бруй, у него же, знаешь, такая, он же спектакль ставил по Хлебникову. Он мне написал такое полотно целое с Ленинградом в Лесике. Не спектакль. Ну, а чем вы занимаетесь? Ты хочешь на эти самые его вечеринки? А я была у него позавчера, что ли? Угу. А, вот читали стихи. А, этой. Этой. Ну да, что да, это да. Такое? Что это за изображение? Ну, она шитик, если. Ой, да ну, Игорь, слушай, что ты так выражаешься? Шитик, мытик. Я теперь всех ругаю. Ты всех теперь, да, называешь так? Да, это. Понял, что надо всех ругать. Потому что иначе ничего не получается. Что люди ничего. Когда их хвалишь, ничего не получается. Надо ругать. Ну, имейте в виду, конечно, так сказать. Да что?
Да, да ни за что. Просто так хотел. Правки. Солнышко. Ой, как странно. Как странно, какие тучи, какое солнышко. А? Так, все, хватит эту шарманку, выключай. Я не могу. Почему? Она работает. Ну, чтобы ее выключить, надо специальный автомат. Ой, какой ужас. Почему такое солнце резко? Понимаешь, я же не могу жить. Потом уже ведь, это же ведь все-таки не для тебя же ведь все снимают, а для общества, которое будет смотреть тебя, когда... Дорогие товарищи, последний 27-й съезд сказал, все должно подвергнуться гласности. Какой 27-й? 27-й уже прошел давным-давно. Но это был последний съезд. Да? Да, седьмой, да. Как? И что там сказали? Что должно все подвергнуться гласности. Откуда ты знаешь? Я слушала по радио, я слушаю радио Москва. Серьезно? Да. И Михаил Сергеевич Горбачев в своем докладе. В своем докладе говорил, что все должно подвергнуться гласности. Вот я хочу взять на себя такую, так сказать, обязанность. Правильно? А иначе что это безобразие? Жить просто ни в селу, ни в городу, теперь можно открыть лавочку. И зачем ты уехал? Сейчас-то бы ты стоял бы за прилавком там бутика своего и торговала бы шмутками. Ты можешь себе представить, как все эти брайтонские жуки сейчас кусают себе локти? Форцовщики, выехавшие лавочки. Муся, да мы бы сейчас... Такое там ботанское... Как бы мы с тобой сейчас бы там... Да это дантисты, дантисты вообще шизуют, наверное, там голову бьют об стенку, понимаешь? Не-не-не-не. Дантисты, а как же? Там, это там, можно там, семейный смеш... бизнес, но как же, дантисты первые очередь. По-моему, врачебные... Конечно, до сих пор, не-не-не-не-не-не-не-не. Ты можешь открыть свое дело, ну, с условием. Ну, я вчера вон купила эту газету, вот смотри, пожалуйста. Вот. Soviet will let individuals provide some goods and services for profit. Вот. Что тут? Beginning May 1st, 29 types of production and service activities will be allowed, including the manufacture of clothes, shoes, furniture, toys and fishing tackle. Fishing tackle. Ну это для Балтийских. Это для Балтийских республик, поэтому это даже не для русских, скорее всего. Ты не знаешь, где здесь есть ветеринар поблизости? Да не надо никакого ветеринара. Самый лучший ветеринар его спустить он в туалет. В туалет. И там нажать на кнопочку. Какой ты бессердечный. У тебя какая борода стала рыжая. Серьезно? Подкрашиваешь наверняка. Ну да. Хной, хной, да? Да. Тебе мама посылает из Ленинграда. Ой, а моя мама мне прислала фотографию, где мне 6 лет. А зачем ты такие воспоминания 6 лет? Ты на том месте на этого не попросил. Ну, мне так интересно, знаешь, просто. Ой, как он эту травку любит кушать. Вот ему чего нужно было. Сразу же поправился. Вот как замечательно. Почему она так немножечко сделает какую-то смерть? Да и правильно так. Игорь, ты нехорошо поступаешь. Ну как же нехорошо поступать? Взял, пришел и сразу же стал снимать. Ну, это самое. А жизнь так нас бьет. А жизнь продолжается. Понимаешь? А что,
Ты, я тебе расскажу такую вещь, у меня вообще потрясающая история. Вчера я был в Бандуше, да. Здесь за углом. Познакомился с такой девчонкой кайфовой. Ну просто кайфовая баба. Что-то 24-25, да? Ну такая атомная баба. Ну, я ей говорю, что, мол, у меня есть камера с собой. Говорит, мне не так интересно, пойдем, ты меня снимешь на улице. То есть я сначала ее там был, в этом самом дискотеке снимал, потом на улице. И потом мы поехали ко мне. И у себя. И у себя. И то есть получился как фильм. Ты представляешь, такой как бы... История такая. Да, история такая, одной встречи. И как я перед тем, как ее встретил, я еще снял бандуш. Ну, так, вообще вот. Всех. Все, ну, так общий. То есть даже с улицы. И потом я вношел внутрь, я снял там свои работы. И потом я ее встретил и снял ее на улице. Мы приехали ко мне, я ее снимал. Потом я ее снимал в таком сочном виде, конечно. Но и сегодня утром ее снял. Под конец. И как уходит. Так, знаешь, начало и конец. Понимаешь? И совершенно спонтанно, никаких, понимаешь, там, она просто хотела, она так даже играла, понимаешь, представляешь, у меня эта пленка, я что-то примерно на часа полтора, наверное. Представляешь, на часа полтора, это все, так как сказать, как история. Встреча. Да, надо было позвать меня, я бы вас двоих сняла. Без свидетелей. Нет, ты хороший человек. Это не моя грудь, это моя колено.